Schlag. Самый инвокер от Игоря. Будто фейс. Желание здоровья, у меня температура 39, выздоравливаю, парень. Не, на самом деле более-менее нормально играл. Но недавно я осознал, что я вообще очень хуёво на нём играю. И больше, типа, не пикаю его. Вообще не пикаю. Но тут, блядь, пикать больше некого. Ворвёшься к Андрюхе? Не знаю, гайс, как пойдет, может быть. Позовет, если. Мы, типа, делите аудиторию. Ну, нет, почему? Просто когда Дрюс запускает, типа, зрители в основном у него сидят. И можно, конечно, забить хуй и стримить, но... Такое. Я чё купил? Плюс, если он там, допустим, позовет меня играть, то... Мне комфортнее без стрима будет, наверное, пошлепать в какую-нибудь хуйню. Так, это... Да, на Тунгуса не хватает, сука, две голды. На ВР-ка сейчас будет стоять очковать, я уже подозреваю. Тунгусы выйдут сегодня? Выйдут. БХОД, что может быть приятней. Я помню, как-то раз взял так инвокера в мид, а против меня ОД был. Он на втором левеле, может даже на первом, он вкачал первый спел, короче, и просто райт-кликом первым спелом меня забил. Под вышкой. На автоатаке я сидел в полном ахуе, что это за дерьмо. Я так сегодня стоял на бусте против этого, против ОД. Он меня тычковал, тычковал, тычковал. Резко шестой получил, уебалный ульт. Я так охуел. А то он просто райт-кликом на меня нажал, я сначала с ним разменивался, думаю, что охуел, что ли, совсем он жал, жал до конца, пошел со мной под тавр и просто ебанул. Потом атаки же пиздец, ебать. У меня, блядь, волосы дыбом стали от такой хуйни. Но там чел вроде нормально катал, но да, по крайней мере, на линии очень жестко. Так это хуй-то будет пытаться? Нихуя ты деловой ал. Игорь, я вообще без регена, брат. Слышь, давай, блять, ну. Мне не хватило, потому что две голды въебал. Ну тащи, тащи себе, Рюги. Так а зачем ты такой щиток покупаешь? Потому что у меня будет это, тварь стоять. Мне так кажется... ты можешь реген купить и докупить себе, если просто фагильте на линии. Сэр. Так обычно и делают. Я не опытный керри, Игорь. Ранжа у нас никто не встретил, слава богу. Будем у Тимбера кач делать. Ты чё, пидорас? У тебя один сантрек всего. Блять. У меня тоже один сантрек. Ты въебал сантрек? Ну, я въебал, он въебал. Оба мы въебали. Ой, тибись. Чудовище. Ду-ду-ду-ду-ду. Denied. Denied. Сон топор, чтобы мне ничего еще проебать крипов. Ты именно дасик пойдем. А, если репси пулят, хорошо. Хорошо пошло. Оба ха в топе. Дай бог здоровья ему. Вот и все. Ебать. Ебать. Шторма будем продан ботлом уже. А так норм. У тебя шторм стоит? Да. Так. Что за дерьмо? Если бы меня стоял УД, я бы уже в лесу качался, ты еще. Какой-то странноватый пик, УД фармит, блять, ВРК саппорт. Что в миди? Не помните, как-то пацаны катают. По понятиям. Шторм-то пошел за рункой. Вообще, если я БХ увижу на мапе, то я его просто кончу хуем. Потому что у меня против меня Тимбер стоит нормально, Игорь, у меня уже плавит. Ты еще будешь потом стримить? В смысле? Ну, после этой. А чё, ты не будешь? Я на тебя хстану тогда. Я не буду, наверное, тогда. Почему?
Да мне, я не хочу слоновчик на стриме играть, это дерьмо полное. Я пойду без стрима катать. Может, думал, кого-нибудь еще найдешь? Да не. Я соломомчик тогда поеду. Да, на стриме соло ММ такое себе играть. Это пиздец вообще. Концентрация ноль просто. Только если без войса, под музыку, тогда найс. Ну это нахуй все. Никому не надо такое. Да, люди обижаются. Ну вообще, на самом деле, есть люди, которым вообще, типа, хотя бы просто посмотреть даже, как ты играешь. Ширья! Есть таких мало? Типа, если соло играешь, то хочется попотеть там что-то, ПТС поднять, хуй знает. Завтра от бухла стрим или получать. Я что-то не так услышу. Это раз такого. Сука, я тебе сейчас пиздюлей дам. Не, Мацан, бухла стримов никаких не планируется точно. Спасибо большое за поддержку, ты как-то не так понял, наверное. Блядь, неправильно. Да. Тимберпуч, да, я уже... Ну нахуй ты это делаешь? В маслине, ребят, сижу. Я в маслине тут в миде. Маслину словил. Чуть двоих не ебанул. Красавец, Грек. Аквилу так выключу. Ты с Аквилой? Ну да. Что за мета, блять? Так это все нормально. Это охуенная тема. Во-первых, типа у тебя... Она дает нормальный статов, так же как нулик, на похуй. Скорость атаки дает тебе, очень пиздатный инвокер, и два слота не занимаешь ты хуйней. Потому что так ты нулик или бациллу продаешь быстро. Это топовая тема. У нас БХ. У вас такие? Пиздюлей, да, получает. Ты пидорас совсем? Бля, он даун или чё? Нахуй он это делает? Ебать, наверное, они тут фидят нас. Что Сан Кинг делает, ёбаный рот? Да не. Просто въебал всех крипов сейчас, блядь, из этой хуйни. Ебать, как Шторм хотел, он был близок к успеху. Здорово, Олег, Тайгер, здорово. Опа. Камбэк от Шторма. Что-то забавно звучит. Алло. Нет желания, блядь, его убить? Надеюсь, есть хоть немного. Красавец. Родина не забудет тебя, брат. Он пожертвовал собой ради убийства Шторма. А Шторм два раза подряд фиданул и шестой не получил. Он это... сейчас пиздец злой он. Хуёво. Стол перевернул. Ширья! Ну и хуй с тобой. Все равно въеби на выходных за мой отпуск. Завтра последний день и буду отдыхать. Мацан, дай бог здоровья, внушительную поддержку. Спасибо большое, парень. Спасибо. Я постараюсь найти время для окно трансферное. Для чего? Да, чтобы въебать. Въебать? Да. Ты так въебешь? Я так въебу. Кого они ищут? БХ заебал уже. Смотри, что он вернулся. Не получил шестой? Он не получил шестой. Кол снапочек, к сожалению, в КД. Ло, мы нашли его. Так бы я его кончил. Майгаш, копни его, брат. Найс. Проебался с паунцем в помойку в какую-то. А чё ты не подвязался, кстати, к валу комментить? Не знаю, не хочу. Не нравится контора. Так можно. Не та, не другая? Начальство. Так там две их. Которая рухаб? Ну, одни рухаб, три СЛТВ. А, ну хз. Мне не нравится слово рухаб. Понял. Ты чё, охуел? Слышь, привет, ты чё, охуел? Бля, он получил шестой в лесу, походу, где-то. Вот засранец. Ну, Шторма все не очень хорошо на миде, на самом деле. Кейк, кейк, кейк. В эту тролль помяты. Лучше ходит, прям хорошо. Он опять охуел.
А не показался. Смотри, меня гангают. Пуч? Да. Он с регеном там был. Охуеть теперь. А кто это? А, это с FTP от UD было? Та самая знаменитая. Бля, он еще и донайт пытается. Совсем попутал. А там типчики качают куст нормально. Пуджик в фиде тоже потихонечку. Слушай, у меня 9-й, у Шторма какой там 6-й. Это хорошо, Игрян. Это очень хорошо. Это качественно. Да, распушим это дерьмо. Под тавру идти. Хуя ты опытный пудж. В скобочках нет. Ты уже тавр там подглядывает что-то. Свяжет что-то. Не знаю. Хуйня хоть занимается. Ебанутый, что ли. Чего вы, блядь, делаете? Уже виндран кончится сейчас. Надо выебывается. Вообще, Арчидик, по-моему, покупать буду, наверное. Ну, покупай, что хочешь. Почему голос меняешь, когда по-английски говоришь? Потому что не уверен в том, что буду правильно говорить. Само по себе так получается. Кто там? Кто там? Оу. Меня хотят кончить. А будет помощь как? Ебать! Слышь, у меня тут 5 героев. Ну да. Ты мне нравишься, болевой, потому что на миде... Болевой ганг был. На миде стоишь, в охуевший под адватавром пиздишь троих. Им это не нравится. Такой хуйня точно ожидал. Да. Мне кажется, надо пушить. Тут есть крипы? Лол, нету. Ладно, замедосируем этого только. О! ВД все. Приехал? Приехал. Вичток-то. Сколько еще сегодня планируешь стримить? Это последний, ребят. Если Игорян будет стримить, я на него захочу. Но походу не будет. Походу не будет. Так, я почти готов к вылазкам. Что это за трек такой охуенный? Я даже его скидывать не буду. Я слишком ленив для этого, мне ману жалко. Бахата не просто. Я если что с этим, с санстрайком на болтом стою. Окей. Я учту эту хуйню, потому что сейчас если БХ вылезет, мы его возьмем. Пойду куст подручку. На топе хотят взять. Ёбан рот, где все мобы. Опа, смотри-ка, что происходит. Нет у них желания? Это вам все. Да въебывался БХ. I like it. Зашел не туда, куда надо. А куда надо, Игорь? Ну, я не за Т1. Опа, там кто-то фанчик продолжается. Следующий все. Гобель. Лол его подсейвил УД. Ебать, там фан пошел. Это башка фан. Есть, я почти с даггером уже. О! Наступил на какаху. Если что, степка вниз тоже, ты говори. А тут тавр беру и все. О, кто-то летит. Это шторм. 2 секунды. Бля.
Все понял. Нормально гангает. Слишком боевой. Какой-то УД с даггером бежит, Игорь. Я пошел. Впереди всего. Но УД там тоже такой себе. На самом деле молодой человек. Да я понял. Не особо опытный. Но это же, блядь, 4900 или сколько. О. Не показали БХ. Там молодые люди на топ бегут. Какие? Игорь, вот тут двое бежит. Будем ловить их? Как? То даггера нету еще? Я санстрайком могу. Не, я, у меня даггер не планируется пока. Слышал? Блядь. Мне не хватало. На что? На трвла. Сюда срай, папа, мама, здорово. Там ребята. Можно брать. А что, ну он не подкопает? Как бы сразу. Го дальше, нет? Сейчас, секунду. Я медасик скину тут. А тут кто-то был еще, слышишь? По-моему, тут туда был. Пробегал. Да-да-да. Он там есть. Я его видел, они вместе с Пуджом шли на топ. Понял. А. Ну хуя ты. Кока-колка. Понял. Я прям в доту это сделаю, чтоб ты понимал. Я понял. Блин, он отдал туда. Игорь, есть настрайк у тебя? Есть. Я пролетел на этого. Долбоёба. Кто это? Если вот это, там проблемно будет санстрайк дать ему. Селёдж без даггера. Как он хочет тогда это исполнить? А барабаны можешь какие-то купить, я хуй знает. Скади так долго собирать, и слотов нихуя нет. Я не жирный, я дегустатор. Игорь, я под быках готов? Или вас спрячут, интересно? Санстрайк, вот сюда. Ну, ты с даггером, что ли? Да. Понял. Да. А, там смотри. Нет, казалось, сам вообще с концами ливнул. Ты тоже всегда такой боевой клич в команде его из чат дают. Ну все, хватит ждать. Сейчас ли он останется еще здесь? Кто это там? Не, походу не останется. Смотри, остался один. Не хочешь взять? Сейчас. Овнич. Взрываешь тут? Так, это, по-моему, наш клиент. Сейф ТП, понял, да? Забавно. Это как понимать вообще? Ты его берешь, а он с дагером? Угу. Я могу его взять. Я, если что, такой типа боевой. Нихуя себе он. А это поделают, да? Для него сюрприз. А, ну все, да. Сюрприз, мазафака, действительно. А вон там люди бегут. Там в читике уже обсуждают твою новую диету. Какую диету? Что за дерьмо? Какие диеты? Никаких диет. Арт, спасибо большое за поддержку. И за то, что предупредил, диет никаких не будет. Пизду их. Смотри, паджик охотится. Пивная диета. Нормальная вот диета. Это. Зажимай его, Игорь. Давай. Слушай, он дровансил. Это дерьмо. Он уже понял, что стоять не варик. Красавец. Бля, паджик, по-моему, больно себе много позволяет.
Я бегу, Игорян. Я все. Слышь, тут не пошло немного. Они сжимают? Он застал меня в любом случае. Мне сжимают. Меня сжимают, ёбаный рот. Меня сжимают. Иди нахуй. Следуешь без лагера, да? Бля, меня хотят взять. Ну, шторм без маны. ПП, ГГ. ПГГ. Три парня. Я что-то бежал, думаю, сейчас на вейрочку прыгну, ага. А ладно. Меня сжали. Фидишь? Ну, блять, нет, я по тавру ехал. Под Т3, под шторма и Буджика. Понял. На хуке. У меня, если честь, солнечный. Точно, это не особо. И тебя еще хотят. Игорян, смотри. Бля, что за дерьмо? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Станхим. О, это пойдет. Шторм. Не пошло. Good job. Ну-ка, молодые люди, блядь. Ах ты ж дерьмо, кусок. Ух ты, блядь. Ты чё, всё, с конца? Да походу. Да пиздец, маны нету. Хороший. Надо этого добить, слышь? ОД. Понял. Да ёбан. Я стан. Помой, ёбаный. Оп. Мой. Я за ганимчиком поехал. Я пойду посмотрю, может тут бонти есть? Да, есть бонти, найс. Я готов воевать. А шторм там готов воевать, как думаешь? Наверное. Так, а зачем я бегу? Я тут дофармить же могу. С кадюшу почти. И в этом крипцов бежит. Так, стоям, бак тавору не надо идти. Бля, мне еще левел надо. Я еще не боевой, я побанул. Подло наебал. Пустика у них придусь, хотя еще можно пойти. Дальше один парик толкнуть. О, вордец. Вордешон. Так, это дерьмо купить и вот сюда лети. Оу! Оу, щитмен, на этом фанчик. Тоже хочу. Ебать, слышь, тут прям конкретный фанчик. Не пропадай, умоляю. Он не пропадает. Лол. Убить. Хорошо. Там еще ОД. Там еще люди. Даблкил, смотри. А этого тоже надо брать. Я посрали килю нахуй. Я настолько жесткий. Да, там байбек. Вот крысы. Дико ты нахуй. ВД выебается? Да. Что за глиф? Хуйня какой-то занимаются, ребята. Согласен. Я могу зацепить, Игорь. Готов? Да. Кто я попал? Блядь? Нет. Ты отпрятлишь? Да. Понял. А вот это без астрала, чё он выебывается? Понятно. Как там вообще? Ау, блин, я далековато бегу. Живи, брат. Ладно, я понял. О, ты куда? Я уехал. Ух ты, блядь! Я в этом сижу. Сорямба. Я испугался. Ну дай байбекнуться, что ли? Так. Я под треском.
Да, они байбекаются все. Вот завтра. Ладно, я пошел тогда отсюда. Бля, ну это прям легкая пиздец, го еще одну. Бля, Мадсен. Я по питонить бы сходил бы. Да что-то подплавливает меня по мелочи. 6 часов почти стримлю. Ой-ой-ой, Игорь. Я видел. Я снимал. А че он выебался? Я снимал это дерьмо. Я до дома пойду сгоняю. Мама говорила, арчить собирать, но что-то это... Против ОД, блядь, самое топ, он хотел там ЕУ еще. О, гащ. Стан! А че не мой кильчик? Я его сейчас догоню. Вот смотри, тут молодой человек. Где? Вот он. Вот он не настоящий. Это фейк. Фейковая хуйня? Угу. А вот настоящая. Нихуя, ты паунс в окно? Ну и чё, алё? Ну это я, по-моему, переоценил её, да? А, не, нормально. Куджа берём? Ну, не знаю. Ты как там, точно берешь? Да. А того берем? Давай. Смотри, он вообще не прав. Ебать его разорвало нахуй. Вот и все, ебать. ПТСики потекли. Мы с тобой сегодня плюс сотку хоть сделали? Около того, на самом деле. Че, возьмем он тут черемшу? Он, правда, да, будет прятаться и потом юльч? Будет ему чаще? Блять, тайгер все. Смотри, вот так ему делаю. Да, мне не надо. Оп, мой. Медасик. У нас Ларка постоянно треки, да, долбоёб, блядь. Да, ещё раз кинь. Тихо, это я ошибся. Чё, ты не прав в этой ситуации оказался? Опа. Опачки! Я ему даю вот этого. Ебать, слышишь, это он мне дает вот этого. Я пошел, ал. У меня с маной трудности. А, ничего нет ему въебать? Пока нету. Ах ты шлюх. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Не. Лисик. Пошло. Меня сжали. Волча. Прям под пердачок рыбки так. На нахуй. Тосика. Пошел комбинить. А, бля, зачем мы на миде воюем? Там же нехуй ловить уже. Ну, задезморалить их совсем. Не знаю, вот что, блядь, какой-то купить. Или актаринчик. Актарин нормальная тема на сларке. Охуенная. Очень маленький КД. На самом деле, у Д сейчас вообще не прав в этой ситуации. Заебал рать. Я не себя не контролирую, гайс, в наушниках, потому что, ну, как вакуумная хуйня. Пидорас. Что там происходит? Слышь, тут это? Спасение. Пошло. Тебя сжимают, Игорь. Меня реально сжимают, слышь? Меня сжали. Почти.
Посмотри, он мансует, мансует. Он дагер хочет сделать, Игорь. Ну, он же умрет нахуй. Там банка летит. Санстрайка ему ебанит. Нет, тут поздновато. Это. Я ему этого сейчас дам. Сука! Накручивал что-то еще? Ну, инвиз я не успел уйти. Накладывал, но не ушел. Опа, бабки. Блять, ну я понял, зачем он охотился так. За бабосами охотился. На самом деле, муншардик надо собрать. На самом деле, вот это, в эту хуйню, это, блядь, как шесть пака. Даже жестче. А, астрала? У тебя страда. Да, это жесткая хуйня. Типа ты... По-моему, только торнадо можно попасть в него. Ну, типа сбить ему дагер. Если он смотрит в нормальную сторону, они как долбоёб делают. Со страйком точно туда не попасть. Нихуя у него артефакты. Чё-то я на самом деле не понял. Да ебать ты железная. Ебать она железная. Just End. Ты как там? Нормасик. Ломай ебабечки. Мы пойдем за штормом? Да. Какой арчит? Там вроде нормально, да? Я взял одного. Хуя они там сжимают. Блять. Да, не выжили. Ты понял, да? Задры какие. Смотри, хочет. Хорош. Там трон уже всё. Лопнул, блядь. Ну, отвечающие ПТСики были. А сколько там дадут там? 25, наверное, как обычно. ГГ нет. 25? 25, назовись. О, так я 5800 уже. Бля, Игоря, надо свой почаще катать. Я понял. Я тоже хочу пятерочку. У тебя еще нет пятерочки? Нету еще. Понял. 4, знаешь сколько? 400, Игорь. 4400? Да. А-а-а. Ну это далеко. У меня было 5500 когда-то. А-а-а. Так. Ну ладно, Игорь, давай, спасибо тебе за катки. Большое. Давай, тебе тоже спасибо. Давай, приятного тебе вечера. Давай, покеда. Давай. Так, ну что, дорогие зрители, спасибо большое, что смотрели этот не особо длительный стрим. Ну хотя как не особо длительный? 5,5 часиков мы поработали. Покачали немного и буста, и пати. Пати дотки была. Ну что, спасибо большое всем ребятам, которые сегодня поддерживали, подписывались, просто смотрели, общались со мной. Всем огромное спасибо, ребят, и до свидания. Завтра, я не знаю, стрима 100% не будет, но, возможно, я появлюсь у Андрюхи, если он...